Накануне дня первого президента Республики Казахстан праздник пришел и в село Павлодарское. Здесь открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Барыс». На его возведение было выделено 150 миллионов тенге. В селе Павлодарское проживает около 6 тысяч человек. Те, кто предпочитает заниматься спортом, ходили в школу, в детский молодежный клуб «Нуртас». Но все равно для всех желающих мест не хватало. Теперь в распоряжении местных жителей есть ФОК «Барыс», который вполне возможно станет не последним таким объектом на селе. И вот такие спортивные комплексы для Павлодарского села – это очень мало. Это будет один из микрорайонов, где такой спорткомплекс. Вообще, в целом, мы в перспективе будем строить и большие спорткомплексы. Вы здесь, в селе Павлодарском, рядом живете, спорт-сити. Мы там строим 4 больших объекта, поэтому вам ближе, чем с Усолки ехать здесь до этого, спорт-сити. Поздравляю вас с праздником, всем вам здоровья, благополучия. В спорткомплексе работают 3 инструктора, 1 методист. До 19:00 здесь будут заниматься школьники в различных секциях, а позже сюда могут приходить и остальные жители Павлодарского. Первыми новый зал ФОКа «Барыс» опробовали участники турнира по волейболу среди сельских зон Павлодара. Мурат Абилмажит, Ниязбек Смагулов и это Сахпарат.